Воскресенье, 8 мая, 25 апреля, старый стиль. Неделя третья по Пасхе, святых жен Мироносец, Марии Магдалины, Марии Клеоповой, Соломии, Иоанны, Марфы и Марии, Сусанны иных, праведных Иосифа, Аримафейского и Никодима, апостола Евангелиста Марка, преподобного Сильвестра Абнорского, преподобного Василия, Поляна Мирульского, благоверной Тамары, царицы грузинской, священномученика Сергия, Цареградская икона Божией Матери, в день памяти Иосифа Аримафейского, святитель Феолипт Филадельфийский. Кто не удивится благородному Иосифу? Он, предпочтя благочестие в отношении Христа Бога, презрел все внушающее страх людям, пошел к Пилату и попросил у него тело Господа. Презрев свое высокое положение, богатство и страх телесных лишений, он осмелился отыскать, взять Господа и счел его заслуживающим своего гроба. Восхваляю твою, Иосиф, веру, ублажаю твое свободное произволение, почитаю дело твое. Поскольку дело Иосифа блаженно, давайте подражать ему. Для этого мы должны понимать, что Пилат есть дурной обычай и греховный навык, а боголюбивый помысел есть ученик Христов и называется Иосифом. Просящий Иосиф получил тело Господа, и ты, прося Бога о том, чтобы быть тебе вдали от греха, получишь просимое и освободишь тело свое от рабства пороком. Иосиф, сняв тело Господа, купив плащаницу и завернув в нее это тело, положил его в своем новом гробе. И всякий, кто памятью о совершенном им зле низводит долу свое помышление сердечное, приводя его от превозношения собственными свершениями к смиренномудрию, тот выкупает свою душу, словно плащаницу из рабства страстям. И как Иосиф совершил погребение тела Господа и привалил большой камень ко входу в гроб, так и человек, совершающий доброе и делающий сердце свое как бы гробом, погребает и сберегает в нем, словно в сокровищнице, образ земного жития Господа, а затем приставляет к вратам души, то есть к чувствам, стражу, чтобы никто не похитил благое сокровище. Ведь если при мысли о золотых сокровищах радуются сердца тех, которые стяжали их, то тем более сокровище жизни нашей Иисус Христос, сбереженный в душах наших, возрадует нас и соблюдет нас в обладании всеми духовными благами.